Все поклонники хорошего российского кино льют слезы, не стало Богомолова. Он кончил киноведческий факультет в ГИКа, мастерская Александра Грошева, был научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведующим отделом теории и истории в редакции журнала «Искусство кино». Его колонки о киноновинках выходили в ведущих российских изданиях. Но траур сегодня у Ксении Собчак. Ведь Юрий Богомолов – ее свекор. Он – отец знаменитого актера и режиссера Константина Богомолова. Еще накануне Ксения была в кинотеатре «Художественный» на премьере, улыбалась камерам на красной дорожке. А в это время у отца ее второго мужа шли последние часы жизни. Папа – легкий человек, и я – легкий человек. Мы не являемся фанатиками идей. Мы понимаем, что идея – это идея, мнение – это мнение. А есть что-то большее. Папа – человек твердых принципов. Но у нас достаточно иронии и взаимной любви, чтобы в семейных отношениях не заниматься бесконечными спорами по поводу политики, говорил режиссер в одном из интервью. Утром 14 апреля супруг Ксении Собчак сообщил о кончине своего отца. Причина смерти 86-летнего киноведа, кинокритика и телевизионного обозревателя Юрия Богомолова пока не разглашается.